Давай, рассказывай. Говори всем привет. Ну или пока-пока. Лапка. Давай, чего молчишь? Давай, рассказывай. Всем привет. Вы только посмотрите, сколько посылок мне прислали. Обычно, ну, по крайней мере, чаще всего я жду одну за одной или открываю их, да, то есть скопом они не приходят. На этот раз в течение буквально полутора недель, я думаю, если не недели, мне приходили посылки одна за одной каждый день, и я их наскладировала, чтобы мы с мамой, как обычно, вместе их открыли. Здесь у нас посылки от разных сайтов. Все они, как это водится, пришли мне бесплатно, потому что я регистрировалась на тестирование. Чем чаще я показываю вам такие видео, тем больше получаю обратно вопросов. В описании есть ссылка на видео, где я рассказываю, как можно зарегистрироваться, что это значит, какие обязанности, что вообще, что это такое. И под тем видео есть ссылка на сайты, где вы можете принять участие и тоже получать посылки бесплатно. Все, хватит болтать, давайте открывать. И начнем мы необычно, не как всегда с самых маленьких, начнем мы с самой большой коробки. Она большая, но, к сожалению, легкая. Если бы она была тяжелая, было бы намного-намного приятнее. Здесь наверху есть оранжевая наклеечка. Осторожно, стекло. И внутри действительно стекло. Эта посылка пришла мне от сайта ТРНД. Хороший сайт, он мне очень нравится. Выбирают меня там тоже часто. О, плотный картон такой. Сверху брошюрка, я вам ее не покажу. И бумага. Много бумаги, чтобы стекло, которое туда положили, ни в коем случае не разбилось. Чтобы все доехало в целости, в сохранности, не повредилось. Я удивлена, но неужели у них не было коробки поменьше, чтобы не пришлось заполнять все вот это всем остальным. В этом плане Amazon хорошо придумали, у них коробки разноразмерные, то есть можно уменьшить коробку. Та-дам! Здесь у нас алкоголь, это ликер Southern Comfort. Оригинальный. 35% здесь алкоголь. Похоже на виски, да, вот если так смотреть, или коньяк. Мне кажется, это мое такое мнение, да. Вот сама именно бутылка. Но это ликер. Да, крупно написано. Кстати, я все-таки разбираюсь. Ликер смешанный с виски. Здесь виски 2,3%, 2,3%. Так что все-таки что-то я понимаю. Это еще не все. Я надеюсь. Нет, подождите, может быть, я заблуждаюсь, и это все-таки все. Нет, это не все. Большая коробка пустая. Там еще лежала вот такая коробка, да, и мне было непонятно, это она лежит тоже для того, чтобы место занять, или что-то есть. Но по весу я понимаю, что что-то там есть. Ну и, конечно же, да, нетрудно догадаться, что внутри бокалы. Потому что часто с алкогольными напитками, не только бокалы, добавляют еще бокалы, чтобы красиво пить. Вот я, кстати, безумно люблю, потому что это используется и забудется, а бокалы останутся. И они будут холодными зимними вечерами напоминать. Простые, сувенирные. Качество, я не думаю, что сильно хорошее. Они мутные такие. Надо будет помыть их в посудомойке. С надписью название напитка. Один стакан? Да вы не поверите. Серьезно? Это, простите, в одно лицо, что ли, нужно этим ликером наслаждаться? Ну, прям. Это просто бумага, да. Ну что, давайте тестировать. Теперь, что здесь есть еще? Стаканов больше нет. Но есть маленькие бутылочки, чтобы раздавать на пробу. Здесь 50 миллилитров. Ну, их, я так думаю, что 10 будет, да, половинки вещей. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, тоже пусто.
10 маленьких бутылочек. Ну, что? Что тут сказать? Прелесть просто. Очаровать. О, я придумала. Все. Не надо пить. Не надо пить одному. Алкоголь вреден, да, в больших количествах. Я думаю, все это знают. Большую для себя. И еще 10 для друзей. Большая веселая компания получится. Да, ну и теперь брошюра. Что здесь? Здесь краткое описание напитка. Задачи. Ага, спицы. Прикольно. Нет, правда забавно. Окей. То есть вот, да. Ладно, хорошо. Так. Коктейли. Рецепты, смотрите, совсем незамысловатые. Одну часть ликера и две части или колы, или джинджер пива, или сок лайма и газировка. Ага, и рецепты сюда можно записывать. Ну вот лентяи, могли бы предложить парочку вариантов. Ладно, давайте смотреть дальше. Давайте тогда уже пойдем, в принципе, в сторону уменьшения. Коробка, да, от ДМ, ну, в принципе, видно, да, что выбрали от ДМ. И коробка в ужасном состоянии. Почтальон, когда принес посылку, сказал, что он такой и ее уже получил. Ну, я не думаю, что содержимое посылки повредилось, потому что вы видите, как они упаковывают, да, то есть где-то там, конечно, поиздевались над ней. Поздравляем, вы были выбраны. Разрезала, кстати. На тестирование. Что у нас здесь? У нас здесь средство для мытья посуды, стартовый сет. Здесь у нас раз. Тоже опять, да, очень эко. Порошок, бутылка, то есть это пустая бутылка. И здесь, я так предполагаю, внутри порошок. Растворяешь и моешь посуду. Я пробовала средство от Blauenhelden. Мне вообще не понравилось. Оно, ну, вообще оно не моет, не моет, не моет, не моет. Все. Посмотрим теперь вот это. Everdrop. И еще один наполнитель. Да? Получается, на сколько тут миллилитров? В горячей воде нужно будет растворить. А в каком количестве горячей воды? Ну, не знаю, может, 200 миллилитров. Тут эта бутылочка. На ней, по идее, есть обозначение. В общем, такой тест от сайта DM. К ним вообще тяжело пробиться на различные тестирования. Они выбирают редко, не знаю, или желающих много, или количество участников маленькое. Здесь тоже легко понять, что коробка пришла мне от сайта FOAMI. С ними у нас отношения сложные. Иногда они вообще не выбирают долго и упорно, несмотря на то, что я регистрируюсь, не шлют мне совсем посылки. А иногда везет и присылают прям чуть ли не подряд. Опять задачи. И здесь у нас две насадки на умную зубную щетку от Oral-B. Айо. У меня есть, конечно же, щетка от Oral-B, умная, которая тоже пришла мне в свое время на тестирование. Если не ошибаюсь, мне кажется, тоже от сайта FOAMI, но я не уверена. Ой, надеюсь, подойдут, потому что щетка черная, насадки белые. И все. Вот так все просто. И вторая посылка тоже от сайта FOAMI. Я говорю, вот, когда-то они решают так, когда-то они решают по-другому. Я в любом случае рада. И тоже оранжевая вкладочка. Как бы они ни решили, мне приносит удовольствие получать посылки. Открывать посылки. Вау! Ох, тяжеленький. Здесь у нас витамины D3. 60 таблеток. 2000 Einheiten, да? Это содержание витамина D3 в таблетках. Что я могу сказать? Витамины вот этой фирмы были на... участвовали в акции кэшбэк, то есть их можно было купить и получить деньги обратно. Мне ровно сегодня пришли деньги за эти витаминки. Но я взяла тогда другие. Теперь будут вот эти. Эти нужно растворять в воде, пить.
Отлично, отлично. Что? Что тут скажешь? Витаминки тоже всегда хорошо. Следующая посылка пришла мне, не знаю откуда. Нету обозначений. Маленькая. Наверняка я опять не с той стороны. Нет, правильно, с той стороны. От сайта GoFeminine. И здесь у нас средство для волос от Garnier Veschetze. Это кур для волос, который ремонтирует волосы с медом. Одна минута. От секущихся и ломающихся волос. Ну или для. Ой, запах такой приятный. Пахнет даже не медом. Круто. Когда-то тоже у меня очень много было именно вот, ну, этой серии, да, или подобной. Ну, я имею в виду, что Garnier Veschetze очень много присылали они различных средств для волос, в принципе. Следующая посылочка по размеру, тяжеленькая, пришла мне от сайта Platinum. Это сайт, где можно покупать корма для животных. Можно было зарегистрироваться на бесплатную пробу, протестировать корм. Угадайте, для кого? Корм, конечно же, для кошек. Потому что у нас две очаровательные кошки. Такой корм мне тоже уже приходил на тестирование, только большой пакет. В принципе, кошки были довольны, у нас в еде неприхотливы. Фирма Platinum, да, здесь указано. 83% содержания мяса. В общем, супер он классный. И здесь 400 грамм. Я скажу вам, это не маленькая упаковка, это для пробника такой уж особенный. И листовочка. Котичка вот этот. Ну, это Саймон, да, он тоже был... тогда в тестировании тоже был везде изображен. Это, кстати, для стерилизованных кошек. У нас обе кошки стерилизованы. Точнее, как я недавно узнала, одна стерилизована, а другая кастрирована. Это разница, между прочим, и большая. И последний пакет. Это даже не посылка. Там что-то маленькое, легонькое. Где мой открыватель для писем? Далеко там. Здесь все коробки уже не пойду. Я тут намусорила. Цак. И это тоже корм для кошек. Вискас. Тести микс. Как раз сейчас я купила тоже в Рево. На него тоже акция кэшбэк. Если кто не участвовал, тоже можете поучаствовать. До 5 евро они возвращают обратно. Маленький тоже пакетик. Ну что, наши пушистики будут рады. Вот такие товары на тестирование я получила на этот раз. Много посылок, много товаров. Все разное. Съедобное, алкогольное, лечебное, полезное. Вам классно, ничего не скажешь. Обожаю тестировать новые товары, обожаю все это пробовать, узнавать что-то новое и потом или прощаться с этим, или оставаться с этими товарами и дальше. Спасибо вам за просмотр. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете, что интересно, что не очень, что бы вам тоже хотелось. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока. Коробочки подвезли. Налетай, девчонки. Кому интересно? Я схитрила, вкусняшки им туда закинула, чтобы немножко они тоже поактивничали. А то лежат, спят, скучают. Вот, плюс уже вторую съела. Еще две осталось. Еще одна где-то там спрятана в большой коробке. Лапка, давай ты найди.